Ульяновец провалился под лед. Как часто в новостных сводках мелькает подобный заголовок, как только на реках региона образуется ледовый покров. К спасению утопающих всегда готовы сотрудники МЧС и Управления гражданской защиты. Каждый год спасатели проводят тактические учения. Тренировки помогают вспомнить технику и освежить в памяти навыки. Отрабатывали упражнения и курсанты колледжа государственной и муниципальной службы. Новички не уступают опытным спасателям. Они часто проходят различные учения, и трудности для них не помеха. Сложностей нету, если все хорошо знать. Нас учат. И учится отлично. Научили так, что у нас трудности не возникает. При спасении утопающего можно использовать также расположенные поблизости палки и доски. Если таковых не имеется, то помогут шарф, ремень или куртка. Спасатели отмечают, что при такой ситуации главное не паниковать, делать все четко и быстро. В первую очередь, что если все-таки по какой-то причине человек оказался в такой ситуации, то в первую очередь не паниковать. Развинуть широко руки, попробовать позвать на помощь. Но если в такой ситуации нет никого рядом, то есть задача какова? Одна единственная. То есть попробовать перевалиться на лед, на ту сторону, закинуть одну ногу и кувырком, то есть не вставая на ноги, переваливаться в сторону, вылазить из этой воды. Подобные учения проводятся два раза в год, в периоды ледостава и схода льда. Жителям стоит помнить, что лед очень коварен и даже в сильные морозы не везде может быть крепким. Кирилл Савосин, Сергей Кудаков, Управда ТВ.